Вот так, по-мужски и со вкусом. У нас здесь есть рис в соевом соусе и наши долгожданные куриные ножички. Блин, надеюсь, что когда Лили придет, здесь не будет капли на плите. А то она меня убьет. А теперь, дорогие друзья, вы посмотрели рецепт самых быстрых ножек в мире и вкусных. А теперь я пошел кушать. Всем привет, дорогие зрители, с вами Лего, и если ваша жена уехала, но вы хотите покушать, и у вас есть в морозильничке куриные ножки, вот они даже ходят иногда, и вы уже устали кушать колбасу с хлебом, и вам лень что-то приготовить, то смотрите, это самый быстрый рецепт приготовления куриных ножек. Что для начала нам нужно сделать? Нам нужно их помыть. Ну, мыть вы и так умеете. Я, конечно, их помою нормально, но для вас специально надо показать. А то вдруг вы тоже так будете делать. Помойте их нормально. После того, как вы помыли куриные ножечки, готовите соль, перец. Перец красный по вкусу, как хотите. Головка чеснока, которую сейчас мы почистим и измельчим. И соевый соус, обычный соевый соус. После того, как вы измельчили чеснок и, естественно, почистили его, я уже немножко поперчил такой вот мельницей, в которую в состав входят 4 перца. Но поперчил я мало. Дальше мы берем соль. Соль берем. Примерно, кто знает дозу соли, вы должны примерно знать. Все, соль мы насыпали. Теперь я кидаю другой перец. Хоп, перец накинул. Я люблю поострее, именно это красный перец. Дальше мы заливаем это соевым соусом. Тоже немного, это предназначено для маринада. Так, все. И кидаем туда чеснок. И нужно это все тщательно перемешать. После того, как вы перемешали, у вас примерно должно выглядеть вот так. Ждем минут 10 и начинаем подогревать вот это дело, чтобы оно уже было горячей. После того, как вы разогрели кастрюлю, а я ее разогрел, просто убрал. Так, сейчас мы все вместе с маринадом высыпаем на большом огне, там около 10-15 минут. Смотрите сами, чтобы вы не просрали все и не пережарили. Так. В общем, это туда-сюда. Я пока нажму паузу, потому что одной рукой неудобно. У вас это должно выглядеть примерно так. Примерно так. Мужская еда. Так. Возьмем, посмотрим. Вот примерно так они должны жариться. Будет очень вкусно. Вместе с маринадиком чувствуется запах чесночка. Чесночок — это хорошо. Чесночок — дезинфекция. И наша кастрюля, нагретая в масле, жарит наши ножки. Вы тут уже смотрите сами. Не забудьте перевернуть крышку через минут 10. Точнее, перевернуть ножки. И потом уже закончить. У вас мясо должно быть без крови и должно быть супервкусное. Подписывайтесь на канал, если вам нравится быстрая еда от Леги, ставьте лайки. Всем пока!